я говорю, не надо мне с тебя денег, ты сильно бедный. Да да, он. Не, ну вдруг голодуха, у него еда есть. А так Всем не ел? привет, друзья. Саня, слышишь? А, да, вот тут выпалось еще. Тут чуть-чуть, да, небольшой износ. Гранд Чероки подустал. Кольца тоже, кто понимает. Ну это еще ничего, короче, кольца тю-тю. Все тю-тю, да? Может, я так, знаешь, сейчас. И слезы. Издевается. Да, недавно ездил, сам приехал. Я позавчера видел, что он ездил. Ну да. По песочку. Сейчас блок повезем, померяем. А, царапина в одной этой, да? Где она, я забыл. Вот в этой. Вот в этой гильзе царапина. Ищи. Кольцо как лезвие, говорит. Пробег маленький, коленвал как новый. Кольца тю-тю. Вкладыши. Вот нормальное, но поменяем. Что-то еще. Так, Саня после долгих... Блин, охренеть. Только не порежься, вот да оно. Подожди. Там он взял прям самое острое. Так как оно такое это получилось? Это нагрева его вывалило, и оно в поршне начало. Вот этот нефир тебе делай. Ёханы бабай. Оно, блин, положил. А было кольцо? Та не, ну. Ну заточило его хорошо очень. Заточило и поцарапало. Нужно бумагу. Бриться можно, в общем. Смотри. Тест-драйв кольца. Ты бачишь, какие вот? Офигеть вообще. Не, ну специально захочешь. Вырезать можешь. Слышишь, так а как оно такое получилось? Ну, так это верхнее или что? Это маслосъемное. А, это маслосъемное. А, ну. А компрессионные стерлись, залили вовнутрь, во всех. Ну, сжало их, понял? Угу. То есть получается компрессия оставалась только на чертовых колесах. Ну да, компрессия. Вот эти все поджимало? Когда-то я с прилук тянул УАЗ. После соревнований это было тогда, когда был заезд на уничтожение, когда Паджеро раму погнуло. Кто не смотрел заезд на уничтожение, посмотрите. Поршня. Поршня, тефлон пошел. С пробегом куда? Небольшим. Куда-то тефлон пошел. Да. Ладно, сейчас покажу вам. Тянул я УАЗ, вон он, который на дальнем плане. Немножко она нагревалась. Подожди, сейчас положим. Стой, там не вскроешь. Короче, вот один металлолом. Вон второй, кто не видел. Позвонил Игорь, говорит. Блин. Говорит, сейчас будем колесо твое чинить. Поехал за латкой. Был забит радиатор после соревнований, тогда и на той соревновались на двух машинах. И да, были времена. И перегревалась она. Ну, конечно, основное дало последний нагрев. Сейчас будем оживлять все. Кардан я починил еще в пятницу, только надо собрать его задний. А вот третий металлолом еще. Редкий день, когда Южный мост можно проехать без проблем и быстро. Относительно, конечно, он что-то останавливается уже. Так, забыл еще вам показать. С утра снял стартер с зеленой мечты. Сейчас еще стартер завезем. Блок тоже тут на выдубичах дали мне телефон. Сказали, человек неплохо делает. Чинят этот Южный мост безостановочно. Последний мост при коммунизме, который начали строить. Смотрите, что творится. Это жесть какая-то. Мне надо в обратную сторону сейчас будет. Да, мостов не хватает.
Так, друзья, доехал я до Вована, блок. Человек занят пока. Стартер проверили. Ну, сейчас еще втулки новые подкинет. Короче, непонятно, чего его подклинивало. Не возвращался Бендикс. Ну, может, что-то по электрике еще. Короче, сейчас попробуем починить. Игорь латку на колесо еще не привез. Я заезжал тоже только что второй раз. То не был давно, а это по два раза в день уже заезжаю. Сейчас буду назад ехать, еще раз заеду. Может, уже будет. В общем, чиним все, называется. О, сейчас как-то помягче он работает. Четко все возвращается. То есть только в электрике вопрос, может быть, остается. Смотри, щелчок пошел? Да. Замена. В общем, вот такой шиномонтаж, друзья. Ребята, это диск, кстати, я хотел показать. Это диск внутри усилен распорками, потому что он шириной аж 48 сантиметров диск. Ну, поборолись, ребята, вот латочку вот такую купили. Игорь вчера ездил, искал, не знаю, или просто ездил какое-то время. Так я его не застал. Сегодня сбросили мне вот фотографии всего процесса. Сейчас колесо сохнет. Я думаю, завтра мы уже его поставим и сможем передвигаться. Кардан собрать осталось, и у вас будет, в принципе, в боевой готовности. Не знаю, как пострадал дифференциал, так как я ехал, одно колесо было, возвращался, 33-е, одно, ну, тут где-то 50 дюймов примерно на этом колесе. То есть, представляете разницу, а дифференциал у меня с самоблоком. Были там какие-то нехорошие звуки. Ну, доехал, я там останавливался, ждал, пока он остынет. Ну, процесс бортировки очень жесткий. Вот такой путем вальцевания края. Это как бедлок. Он прижимает не классический бедлок на болтиках, а именно вот он прижимает такой суровый, скажем, диск. Ну, вся машина такая. Смотрел я, как облегчить ее, пока... пока не знаю, там есть радикальные изменения, но это сейчас не готовы мы пока к ним. Пока будем кататься так. Ну, в общем, видите, вот завальцевали, все хорошо. В общем, всем пока, подписывайтесь, до встречи, будет много интересного.